28-29 октября в городе Якутске на Комсомольской площади будет организована традиционная республиканская выставка-ярмарка «Рыба Якутии-2017». И более подробно об этом мероприятии нам сегодня расскажет Прокопий Кириллин, заместитель руководителя отдела по развитию отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса Госкомитета РСЯ по делам Арктики, и Николай Караид, председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий нашей республики. Доброе утро. Доброе утро. Итак, в течение двух дней на Комсомольской площади можно будет купить рыбу. Все правильно, да? Да. А какую рыбу можно будет купить? Ну, во-первых, доброе утро. Это мероприятие проводится Государственным комитетом по делам Арктики совместно с обществом «Якутская ярмарка» при поддержке Министерства сельского хозяйства. Да, вот за эти два дня мы планируем продать рыбу напрямую через рыбодобывающее хозяйство Булун. Ну, у всех северных арктических районов будет продаваться рыба чир, муксун, омуль, нельма и, конечно же, наш карась и ряпушка. Ряпушка. А вот, ну, наверное, сразу зададим вопрос, да, сколько будет стоить эта рыба? Вот? Ну, стоимость рыбы будет на 25-40% дешевле, чем рыночная стоимость. Ну, например, вот чир. Вот сколько? Чир будет от 250 до 350 рублей. Ага. А от чего вот зависит вот эта разница в цене? Стоимость рыбы зависит от размерного ряда и качества заморозки. Где применяется скоромарозильная шоковая заморозка, значит, это будет затраты там больше, это будет дороже стоить. Качество, соответственно, лучше, которое, ну, при неопределенных условиях можно использовать и на строганину. А это рыба какого улова? Это рыба улова июль, август, сентябрь, ну и частично октябрьская. Ну, получается, что рыба будет привезена вся из северных улусов, да? Да, вот ежегодно в числах 15-20 октября у нас корабли «Магдебург» и «Мальчиков» привозят рыбу летне-осеннего улова из северных районов. Это корабли «Туймада», «Гроснап». И в этом году кораблями мы за два этапа привезли 880 тонн свежей рыбы, в основном качественной заморозки. Потому что мы ежегодно внедряем через правительство Якутии, руководство Якутии, поддерживает именно техническую модернизацию, внедрение технологий шоковой заморозки во всех промысловых районах. Поэтому можно сказать, сейчас качество по сравнению с предыдущими годами ежегодно, ну, как бы улучшается. Угу. Качество заморозки рыбы летней. А рыба к нам прибудет как бы с первых рук практически, да? Да, с первых рук, именно с пользователей квот, с рыбодобывающих компаний. То есть там посредников, перекупщиков у нас в эти дни нету, можно сказать. Ну, поэтому и цена такая, да? Поэтому и цена такая же. А какую проверку вот проходит рыба перед продажей? Проходит же на проверку? Ну, вообще, проверка при отгрузке рыбы в местах лова, она проходит ветеринарные лаборатории, исследования проводят, и выдаются, соответственно, ветеринарные документы для реализации уже в городе Якутске. Там, если необходимо дополнительно какие-то провести исследования, здесь в Якутске проводят лаборатории, ветеринарная лаборатория города Якутска. А сколько вы планируете рыбы вообще реализовать за это? Хватит ли на всех того же самого чира? Да, ну, да. На всех может не хватить, но просто время ограничено. А так у нас где-то в пределах 20-25 тонн мы спокойно можем реализовать за этот период. Ну, непосредственно люди, которые будут заинтересованы дополнительно приобрести, дадим свои телефоны, значит, и потом уже... После ярмарки уже можно будет можно поговорить будет, детально, да, детально поговорить. А вот, ну давайте, завтра уже стартует ярмарка, да, во сколько она начнется, вот уже когда приходить-то можно? Да, ярмарка, ну, хозяйство уже будет готово с 9 часов утра, но ярмарка официально работает с 10
до позднего вечера, до 5-6 часов вечера. Ну, то есть с 10 уже можно будет подходить и приобретать рыбу, да? Да. Ну, я знаю, что в рамках вот ярмарки, да, у вас будут проходить интересные такие мероприятия, такие как конкурс, не конкурс, а аукцион «Царь рыба», да? Вот что за аукцион такой «Царь рыба»? Ну, во-первых, начнем, что эта ярмарка будет уже проводиться второй год. В прошлом году мы провели в декабре, и именно вот эта номинация «Царь рыба» прошла уже очень оживленно, и ну вот интерес у гостей и участников большой был. Как бы народная такая премия, да? Да. Во-первых, здесь соревнуются сами участники хозяйства по своим трофеям, самым крупным трофеям по черу, нельме и карасю. То есть отдельно, да? Да, отдельно. Самая крупная рыба, ну, по весу мы определяем и сразу же выставляем на аукцион среди гостей. Как интересно. Да. В прошлом году вот за какую рыбу, какая рыба была самым крупным? В прошлом году, ну, чир, да, был 10 килограмм, чуть-чуть больше 10 килограммов чир. И тоже, кстати, купили за немалую сумму гости. Прям. Что ж, огромное вам спасибо за участие в нашей утренней программе. Я надеюсь, что все воспользуются этой наводкой. Завтра ярмарка будет. Все бежим на Комсомольскую площадь и покупаем чирын, нельму, уксун и карасей. Огромное вам спасибо.